Еще недавно вы, будучи профессиональным игроком, выходили на лед. Вот этот период между выступлением профессиональным и работой в молодежной команде очень короткий. Не было ощущения, да, самому вырваться на лед там, да, и как-то вот насколько сильны переживания, находясь на скамейке запасных? Ну, переживания, конечно, очень сильные. Даже в бытность, когда был игроком, сидя на скамейке, больше переживаешь, чем когда находишься на поле. Это естественно. Когда выходишь на поле, эмоции уходят на второй план, и остается только игра. А что помогло сегодня Серебряным вам победить Силока? Ведь характер вроде игры ничуть не изменился по сравнению со вчерашним матчем. Ну, не открою секрет, что команда Ярославля очень хорошая команда, и хорошо обученные игроки, хоть и молодые. То есть с бытностью Петра Ильича Воробьева они стремятся лезть на ворота. Но нам удалось сегодня сыграть грамотно от обороны, не от обороны, навязать свою игру, проявить характер, дисциплину. И спасибо всем ребятам, хочу сказать, отметить. Даже не могу кого-то выделить. Все молодцы, всем спасибо. Плюс вратарь надежно сыграл. Как считаете, для вообще для команды, для любой молодежной лиги, там ВХЛ или КХЛ, сложно играть на ноль? Ну, сложно, но, в принципе, и в этом году к Серебряным Львам относится по-другому. Сейчас команда очень раздражительно находится на первом месте, в лидирующих позициях занимает. Поэтому все команды настраиваются не как, можно сказать, год-два назад, когда Серебряные Львы только остановились. Ну, в этом году вот, стараемся от матча к матчу прибавлять. А что считаете, психологически сложно находиться, ну, быть лидером чемпионата? Ну, настраиваем, готовим ребят к матчам, чтобы они с первых минут проявляли себя, какое-то игровое такое нахальство проявляли, поэтому... Как считаете, вот современный хоккей, это что? Какие вот 2-3 слова ключевых, которые, в принципе, может и показывает игра Серебряных Львов? Порядок, дисциплина, порядок бьет класс, ну, дисциплина, организация игры и выполнение тренерской установки, я думаю. То есть нельзя ли сказать так, что как раз две дисциплинированных команды, Лока и Серебряные Львы, поэтому сыграли сегодня достаточно там, в принципе, небольшим, да, счетом? Я думаю, что и игра была равная, и нам удалось забить в большинстве первый гол, второй уже гол в пустые ворота, они сменили вратаря. То есть, в принципе, игра была равная до гола, нам удалось использовать большинство. Реванш вы считаете по праву, да? Считаю, да. А почему-то вчера ничего не получилось в атаке, и вот, в общем, игра была немножко сумбурной. Хорошая игра была тоже, но удачливее были ярославцы. Я бы не сказал, что мы там по каким-то параметрам уступали, но не смогли как-то переломить где-то, в нужный момент забить. Были моменты, не использовали. А так получается, что в этом сезоне конференция «Запад», она состоит, ну, чуть не менее половины команд, это команды московского региона. Эти команды отличают один и тот же стиль, да, или все-таки есть какие-то различия? Алексей, ну давайте не будем московский стиль. Тут команда, конкретная команда «Локомотив» Ярославль. Мы знаем, что сильная команда, глубокие традиции. И... Да, я просто спрашиваю, потому что следующие игры с МВД, да, и что вы ждете просто от них? С МВД будем готовиться, и есть материал у нас, будем просматривать и анализировать игру. То есть это подобного рода игра будет, как с Локо? Ну, я думаю, что дома мы будем в активный хоккей играть на домашнем льду и постараемся как-то сразу переломить, навязать свою игру сопернику. Все, спасибо.